24 августа в парке Горького открылась выставка кактусов и хищных растений, на которой одесситам представили огромное количество зубастых растений, флорариумов, кактусов и суккулентов со всех уголков планеты. Выставка посвящена Дню независимости Украины. Сегодняшняя выставка – это маленькое, но достаточно яркое событие для детей и взрослых к концу лета. Здесь одесситы могут полюбоваться растениями, получить консультацию от опытных продавцов, а также приобрести растения в подарок. Ведь кактус – это не только первичный элемент домашнего декора, разместившийся где-нибудь на подоконнике. Многие из этих растений обладают поистине удивительными свойствами, а число их видов огромно. У меня, значит, композиция с декоративно-лиственными и с хищными растениями. Они отличаются в уходе. Очень сложные в уходе – это хищники, потому что им требуется для полива только вода дистиллированная, хорошее качественное освещение. Самые неприхотливые – это декоративно-лиственные кактусы и суккуленты, которые представлены тоже здесь на выставке. Это все обычные кактусы, просто цветение наступает к возрасту цветения. В среднем это 4-5 и более лет. Вот здесь представлены такие уже более взрослые растения, которые хотелось бы, чтобы они уже цвели и радовали людей именно цветением. Потому что одно дело форма, другое дело еще и цветы. Считается, что и по форме, и по расцветке цветов кактуса – это самые вариабельные растения. Я не рекомендую ставить у компьютера. Его можно поставить на окошко, где много света, и эффект будет тот же. У него наиболее положительное биополе среди других растений. И просто создается такая благоприятная аура в том помещении, где люди работают. Особый интерес выставка вызывает у детей и настоящих цветоводов. Благодаря организаторам хищные растения, которые дети и взрослые видели только в книгах, теперь они могут увидеть воочию. Первый раз посетила такую выставку, причем очень довольна, и, судя по всему, шопинг удался. Какое большое разнообразие растений, какая красочная гамма. То есть это, ну, мне кажется, для релакса это супер растение. Мне очень понравились эти кактусы, они восхитительные. Я когда их увидела, я захотела все купить. Кактусный клуб Одессы еще не раз будет радовать одесситов разнообразием и показом растений. Все желающие одесситы могут свободно посетить выставку с 24 августа по 27 августа в парке Горького. День независимости Одесса отмечает не только традиционно, но и экзотически. Felicis Festis Ukraine.